выдачу BMW X5 M500D установили активный выхлоп ТОР. Вот так он звучит очень круто. С прострелами. Шикарный. Кстати, у них с завода стоит и бишпехер, но он стоит на самом-самом минимуме. Еле-еле. То есть активный выхлоп уже с завода тоже бывает. Звук шикарный. Дима, еще раз приложение покажи, как оно. Сейчас на каком стоял? На RS7? RS7 стоял. Тоже крутой звук. M4. Супер. С регулировкой все полностью, да? А поставь Гелендваген. Гелик тоже крутой звук, мне нравится, с прострелами. Именно спорт, да, спорт. Вот такой аппарат. Очень крутой звук. ТОР установили за один день спокойно. Машина супер. Вся затонированная, как бункер. В хорошем пакете, в Night пакете, на карбоне. Выглядит круто очень. Еще один ТОР поехал кататься довольным клиентом.